Короче, когда я записывал предыдущий ролик, последние фразы, когда сам себе пожелал счастья солнца, вот, то меня, пока я досмотрел его, догнало состояние, в котором я оказался. Я на несколько секунд почувствовал себя прям вот сознанием в теле, в этом скафандре. И как бы мы поменялись местами. То есть вот этот вот персонаж, который сейчас говорит, он говорил из телефона как виртуальный персонаж реальному творцу. Который только что загрузился в игру. И была такая связь очень прикольная. Наоборот, мы поменялись местами. И я убрал телефон, посмотрел на все кругом и увидел, насколько все изменилось. Оно из плоского стало объемным. Все. Звуки, камни, люди. Оно как будто бы наполнилось изнутри какой-то энергией, каким-то тихим радостным светом, что ли. Но это очень трудно передать. То есть, видимо, это было какое-то просветление сиюминутное. Сейчас уже немножко по-другому отошло. А вот первые минуты было просто вау. Ну, как вот если сравнить с матрасом надувным. Вот он есть плоский, а вот он есть надутый. Это два разных матраса, хотя это один и тот же. Так и тут было.